хотел бы рассказать о новой двери от компании Monolith, от модели двери. Она включила в себя электрозамок и стандартную замковую комплектацию Monolith с ее стандартными перезапорными системами. Значит, что изменилось? Изменения произошли. Цилиндровый замок дополнительно защищен 6-миллиметровой пластиной, каленой на весь корпус замка. Сувальный замок дополнительно защищен еще 4-миллиметровой пластиной, что в сумме со штатной пластиной 2-миллиметровой дает те же 6 мм. То есть замки защищены 6-миллиметровыми каленого металла на все корпуса. И увеличена защита всей замковой части, всех притворов до 10 миллиметров обычного металла. То есть замки находятся в 10 миллиметрах обычного металла, еще 6 миллиметрах каленого. Кроме этого добавлен электрозамок, который может служить как автономный замок на 2 ригеля 18-миллиметровых с управлением с брелка. Либо с брелка, либо с телефона. И также он может служить как блокиратор механической части двери. Сейчас вам продемонстрирую. Дверь закрывается. Как я говорил, дверь может закрываться на замок для удобства, то есть вы выходите из лифта, вы либо с телефона, либо с брелка. То есть, ну, в данном случае дверь закрыта. То есть не закрыты ни верхние, ни нижние механические замки. Дверь сейчас работает только от брелка, либо с телефона. То есть, ну, в таком случае дверь работает не на 100% своего потенциала. То есть она работает всего-навсего на 2 ригеля. То есть это как бы таким, в таком режиме замок может работать, когда, допустим, дома кто-то есть. То есть когда нет необходимости закрываться на 2 замка. То есть достаточно просто, то есть, либо с брелка, либо с телефона управлять таким замком. Дверь открыта. Теперь мы закроем дверь на 100% своего потенциала, то есть механически. И кроме этого заблокируем еще электронную дверь. Закрываем верхний замок, закрываем нижний замок. Мы перекрываем доступ к верхнему замку. И теперь мы можем закрыв электронный замок, полностью заблокировать всю замковую группу. Это позволяет управлять дверью на расстоянии, допустим, если у каких-то людей есть комплект из двух ваших ключей, ну, они не могут прийти в любое удобное для себя время, то есть они, придя даже с ключом, то есть они не смогут, вам нужно будет, чтобы они позвонили вам, и вы удаленно открыли им, разблокировали замки, то есть тогда они смогут войти. Это очень удобно и очень надежно. Замки подобраны надежные и качественно установлены.